Прокуратура требует привлечь судью Попревича к ответственности. По мнению ведомства, он освободил директора Виктории под залог в нарушение требований закона. Речь идет о том, что Петроса Саркисяна выпустили из СИЗО за 128 тысяч гривен. Ведомство уже направило жалобу в Высший совет правосудия. Отмечу, неделю назад суд вернул Саркисяна под стражу. Напомню, пожар в лагере «Виктория» произошел в ночь на 16 сентября. Жертвами трагедии стали трое девочек.